Сегодня в краевом суде выслушали приговор Натальи Мартусенко и Алексей Лешов. Молодые люди-сожители обвинялись в совершении жестокого преступления, жертвой которого стал маленький сын подсудимый. 13 марта 2020 года Мартусенко, разозлившись на плач своего 11-месячного сына, нанесла ему не менее 2 ударов кулаком по голове, а также удар ногой в область правой голени, причинив травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую, а также переломы обеих костей правой голени. При этом мать даже не попыталась оказать ребенку помощь. Больше 2 недель ребенок с переломанными ногами кричал от боли. 30 марта 2020 года Мартусенко совместно со своим сожителем Лешовым, будучи раздраженными постоянными криками ребенка, начали его избивать, нанеся удары по голове кулаками, а затем деревянной доской и металлической толкушкой для приготовления пюре. От полученных травм ребенок скончался. В судебном заседании женщина виновной себя не признала, обвинив во всем сожителя. Он же от последнего слова отказался. Представленные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мартусенко отправится в места лишения свободы на 16 лет. Ее сожитель проведет в колонии строгого режима 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.